Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Эй, всем привет, приветствую вас на канале Денчик Заценим. Сегодня у нас опять будет от Disney Plus всеми любимая Русалочка. Это про Ариэль из любви, которая влюбилась в человека, принца, и идет на сделку с подводной ведьмой. Та дает ей ноги, но взамен отбирает голос. Это такая, ну, детская, это, в принципе, мое детство, и думаю, что многих детство. Выйдет 26 мая 2023 года. Сильно ничего много не могу сказать, пока еще не видел. Так что всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, мы поехали. Сто лет уже Диснею, да? Ого! Сразу такой красивый вид. Реально красота. Начало трейлера мне дох говорит, что да, будешь смотреть. А вот сама Ариэль поплыла. Черная? Ариэль. Черная. Ариэль черная. Что-то новое. Еще с монобровью, с дредами. Ну, я не знаю. Напишите вы в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я однозначно ничего не могу сейчас сказать. Я в шоке. Я реально в шоке. Это не Ариэль. Это точно не Ариэль. Ну что поделаешь, так уже не придумали. Ничего не поделаешь. Подписывайтесь, ставьте лайк. Нажимайте колокольчик до следующего раза.